Борис Корчевников, российский журналист, который за короткое время завоевал любовь публики как чуткий и тактичный телеведущий. Он умеет создавать в эфирах искреннюю атмосферу, поэтому программы с его участием всегда оказывались на вершинах рейтинга. Помимо прочего, известен, работая в качестве руководителя православного канала. Борис Корчевников родился в Москве 20 июля 1982 года. Его мать Ирина Леонидовна, заслуженный работник культуры, работала в МХАТе. Отец Вячеслав Орлов руководил театром имени Александра Пушкина. Он ушел из семьи еще до рождения наследника и появился в его жизни, уже когда тот был подростком. В ранние годы биографии Боря проводил много времени в театре у мамы. Зная с пеленок все, что происходит за кулисами, он не стеснялся сцены. Когда мальчику исполнилось 8 лет, Олег Табаков предложил ему, собственно, и стать артистом. Что касается его личной жизни, Борис постоянно на виду, но научился скрывать от публики личную жизнь. Российские издания сообщали о том, что он встречался с моделью и журналисткой Анной Одеговой, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Пара прекратила свои отношения. Подтверждено, что Корчевников был в отношениях с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Она родилась во Франции, но выросла в столице России. В 2015 году появились слухи, что влюбленные тайно поженились. Их только подогрели слова телеведущего Владимира Березина, опубликованные «Экспресс-газетой». Он заявил, что был гостем на их свадьбе. Но позднее артист заявил, что никогда не был женат. Разрыв с Анной он пережил тяжело, признался, что боль от него останется на всю жизнь. После этого в прессе не оставляли попыток засватать знаменитость, приписывая ему романы с моделями и актрисами. По словам Бориса, он спокойно относится к статусу холостяка, но не оставляет надежды создать крепкую семью. Актер уже успел стать отцом, но крестным.